С 1 января 2021 года жильцам многоквартирных домов будет категорически запрещено хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Кроме того, чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения – также нельзя будет использовать для организации производственных участков и мастерских. За нарушение противопожарного режима нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. А в случае, если нарушение требований пожарной безопасности причинили вред здоровью других людей, то за это предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей. Либо ограничение свободы на срок до 3 лет или принудительные работы.